Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь в конце Адлерской набережной на пляже Огонек. Сейчас 7 часов утра. Оказался я здесь, потому что я приезжал восстанавливать свою точку. Сегодня будет администрация в 8 утра ходить по пляжу. И мне надо было либо восстановить свою точку, у меня смыло штормом фототочку, либо... Ну, навести порядок, привести ее в порядок. И я ее выкинул, друзья. Вот выкинул ее, и сейчас 7 часов утра. Я нахожусь на пляже Огонек. Решил, так сказать, пойти к Мандарину, показать вам, что творится после шторма. Прошло 3 дня. Пляжи потихонечку приходят в себя. Посмотрите, вот. Вот это спуск у моря был, тот тоже. Видим, в общем, что еще. Пляжи восстанавливаются, и... Я сейчас планирую дойти до Мандарина через пляжи Южное Взморье, Чайка и Огонек. Поэтому, друзья, давайте присоединяйтесь. Желаю всем прекрасного настроения, хорошего просмотра. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей, отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Потому что мы начинаем. Итак, понедельник, Адлер, 8 утра. Прекрасная погода, пасмурно. Видим последствия шторма. Не жарко. Я еле встал. Но сейчас прекрасно себя чувствую. Сейчас дойдем дальше там, к Мандарину. Там искупаемся. Потренируемся. Поэтому, друзья, ролик обещает быть интересным. Смотрите, как работает фотограф. Поставьте мне царского лайкоса, друзья. Мы начинаем. Рад стараться, рад делиться, так сказать, тем, что я вижу. И вот он, прекрасный день. Стойку выкинул, и теперь у меня больше нет головника с этой стойкой. То ее привези, то увези, то переставь, то передвинь. Вот стойки нет, нет проблемы. Так, тут у нас котики. А у меня есть китикет? Ага, у меня есть китикет, друзья. Сейчас будем кормить. Друзья, с вас только лайки, подписки и комментарии. И все котики будут знакомы. Не понимает, что нужно залезть. Не проснулся еще. Ну, все достанется твоему братику. Так, друзья, давайте накидаем лайков, комментариев за то, что я кормлю котиков, делаю добрые дела. С вас только лайки, комментарии и подписка. И все котики и собачки в Адлере и в Сочи будут накормлены. Это, так сказать, уже... Регулярная практика у нас. Ничего себе. Так, золото ищет. Нашел тут уже, наверное, пару килограмм. Смотрите, друзья. Солнышко выходит, начинает печь. А Сережа уже в 7 утра тут снимает для вас контент. Я еще вчера думал, не случайно меня... Ну, мне сказали, чтоб я сегодня в 7 утра навел порядок на точке. И мне пришлось вставать в 6 утра. И вот я встал, это так необычно.
Обычно я в это время дома делаю свои практики, йогу. А сегодня вот день начнется так у меня. И я очень рад, потому что я сейчас буду тренироваться, купаться. Сейчас, смотрите, я дойду до мандарина, весь разогреюсь. У меня будет кардио, быстрая ходьба 15-20 минут. Потом зайду на турники, потренируюсь и потом искупаюсь. Здесь вот, смотрите, база драконов, плюшек, которые развозят по всему побережью, в Сириус везут. Вот тут база моторных лодок. И мы двигаемся, друзья, вдоль пляжа «Огонек». Прекрасная погода. Отель Делос. Новый фонтан «Ракушка». Хорошо, не жарко, друзья, еще. Идешь, солнце не печет. Люди купаются уже вовсю, море спокойное. Спортсмены бегают. Вот после шторма еще дорожки лежат, не разложили. Идем, друзья, это все пляж «Огонек». В общем, это все после шторма. Вот они тут дорожки, видите, разложили. Их нужно теперь собирать на пляже. А это как бы не самая простая затея. Вот, смотрите, раздевалка была.
Люди купаются, плавают, наслаждаются морем. Я сейчас тоже пойду. Надо провести сейчас силовую тренировку. Слушайте, кардио, да, вот ходьба. Вот я сейчас быстрая ходьба у меня. Это, ну, считайте, полноценная зарядка. Получается, весь организм работает у меня сейчас. Я сейчас сколько? Час кардио у меня будет. И это прям то, что нужно, мне кажется, для организма. Надо еще сейчас выпить зеленый коктейль. Начать день хорошо, правильно. Мы подходим, друзья, сейчас к санаторию Южное Взморье. И представляете, он еще закрыт, потому что он с 8 открывается. Сейчас только половина 8. Это означает, что нам нужно будет его обойти. И мы выйдем на пляже Чайка. Морбос. Ну, пойдем, вот обойдем санаторий Южное Взморье до улицы Ленина. Дополнительная физнагрузка у нас сформировалась. Пойдем, посмотрите. Утренний Адлер, друзья. Вот такой он интересный. Пойдемте, покажу вам. Тут слева парк есть. Там классный парк детский, тут, значит, санаторий Южное Взморье, и там уже через 30 метров улица Ленина.
Так, мы вышли на улицу Ленина, друзья. Самая центровая, основная улица в Адлере. Прям чувствую, как у меня организм запускается. Все процессы обменные. Так, смотрим, что город начинает оживать. Самое активное время начинается 8 часов утра. Проходим главный вход в санаторий Южное Взморье. Так, вышли на дорогу, которая ведет к морю. Это улица Калинина. Тут все топовые улицы Павлика Морозова, Богдана Хмельницкого, 8 марта. Многим знакомо. Справа санаторий Южное Взморье. Я на самом деле очень люблю ходить. Мне кажется, это очень правильно, полезно. Ходьба, она безопасна. Так, улица Просвещения впереди, а слева улица 8 марта. Тут 50 метров до моря.
Так, друзья, подходим к пляжу Чайка. Смотрите, разровняли пляж трактором, и сейчас будут укладывать дорожки, ставить бунгало вот после шторма. Пляж Чайка. Прекрасное утро, друзья. Что может быть лучше, чем с утра прогуляться по набережной, искупаться? Продолжают готовить пляж. Тут вообще кривой, по-моему. Не разровняли. Смотрите. Сейчас, друзья, покажу вам, где находится туалет. Но сейчас он, скорее всего, закрыт. А может и сейчас открыт. Но вот знаете, что вот за этой дверью, когда тут дымзавод работает, это кальянная. Сейчас закрыто. Вот дымзавод. Тут всегда открыто. Во сколько они там открываются? В 10, 12. Так, вижу, что уже активно люди подходят. Спускают катамараны. Кукурузу привезли.
Так, ну видим, друзья, что продолжаются подготовительные работы по пляжам. Спасатели раскладывают лежаки, трудятся, молодцы. Еще 8 нет. Они уже бдят на посту, люди купаются вовсю. Так, подходим потихонечку к Мандарину, в самый центр. Тут уже люди отправляются на прогулку на яхте к дельфинам, как я понимаю. Вот идет погрузка. Мы не поняли. Нет, пошла. Много спортсменов. Друзья, вы знали, что Сочи — это спортивная столица? После Олимпийских игр она получила такое звание, потому что остались много олимпийских объектов, на которых сейчас проходят тренировки. В общем, здесь много спортсменов находится. Так, видим, что пляжи продолжают готовить. Был забор здесь, и его, кстати, снесло. Полиция. Что-то там произошло, в общем, там охранники, полиция. Сейчас покажу вам, друзья. Хотя что там показывает, что осталось от моей точки, там ничего не осталось. Стойку я только что выкинул. Там один полиэтилен остался.
там пляж Чайка, друзья. Так, друзья, загадывайте желания, которые хотите, чтобы сбылись. Быстро загадывайте. Если честно, у меня уже реально много желаний сбылось. Так, я все заказал. Заказал, загадал, она исполняет даже лучше, чем загадываете. Несколько раз. Так, вот подходим к моей фототочке. Вот она была вот здесь. Вот на этом аттракционе кенгуру. В принципе, тут остался стол, стул у меня. Сейчас, если фотоаппарат починить, то можно и вот надо полиэтилен, кстати, забрать, выкинуть. Это мой полиэтилен. И пойдем сейчас до мандарина, осталось тут пару минут. Вот это мой зонт, вот это мой стул зеленый. Так, я тут просто с утра думал эту стойку починить, тут подоставал, сейчас я тут поубираю, вот это все надо убрать за собой. Так, убираемся тут. Буквально минуточку порядок наведу. Пахнет каким-то тухляком тут. За собой, друзья, порядок всегда надо наводить. Это просто, ну, говорит о том, кто вы. Вот, меня попросили, вот, и от меня тут нет срача, понимаете? И я должен прийти и сделать то, что меня просят, навести порядок, потому что, ну, я тут гость. Это, знаете, я даже всегда с квартиры откуда-то съезжаю, всегда после себя оставляю порядок. И я удивляюсь, когда я заезжаю в квартиру, и там беспорядок. Я думаю, ну как можно после себя такой срач оставить? Ну, к примеру, это же, ну, как бы отражение тебя. После тебя, вот человек должен прийти после тебя и сказать, блин, вот это да, вот это классно, чисто все, четко. Так, сегодня так пасмурно. Там нет, там нет.
Мы сейчас свернули, друзья, в сквер Бестужева. Я хочу подход сделать на турниках. Интересная поза, такую не видел ни разу, чтобы так спал кто-то. Так, и мы в сквере Бестужева, друзья. Тут есть турнички, скейт-парк. В общем, тут сказочная атмосфера. Я сейчас тут немножко потренируюсь. Смотрите, какая здесь есть площадка. Класс. Так, мы разогрелись, можно теперь силовую два подхода. Сейчас дальше по пути еще два сделаю. Сейчас буду там прям у моря, у пляжа тренироваться. Хорошо пошло. Люблю это дело. С самого утра так дать. А вот этот мужчина, который танцует на фестивальном, кстати. Смотрите, тут книжный шкаф есть. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас дела? Нормально, ты есть курятина? Не курю. Дай Боже здоровье. Я видел, вы танцевали на фестивальном. Вы хорошо танцуете. Ну, я хорошо танцую. А сейчас что вы, чем тут занимаетесь? Я отдыхаете? Я отдыхаю. Работаете? Я не работаю. Я дома вчера ушел. А, вы тут живете, да? Ну, не просто здесь. Вчера ваш человек, это самое, ну вы со мной, наверное, когда он вчера нам это упал, нет. Нормально вчера отдохнули? Нормально. Ну, кто-то что-то перепутал, а... Перепутали, да, немножко? Ну, немножко. Ладно, там я снимаю, это плохо. Давай, до этого можно чуть-чуть, а что берет. Что там, на ход ноги сотку подкинуть? Да, подухать минерал. Давай, только это,
Не-не-не, это, слышишь, дружище, а этот самый... Сейчас, подожди. Уронил. Да-да. Надя, 100 рублей. А вот возьмите, уронил. Опять. А там вчера человек, на, пошли мы с ним в магазин, все. Ну ладно, а можешь один момент чуть в сторону убрать? Я тебя застрял вчера, дружище. Там... Ладно, я пойду, давай, удачи. Купи а минералки. Ну, минералки. Я пойду. Давай, счастливо. Помните того мужчину, как он танцует на фестивальном? Директор Адлера идет, кошечек накормил, бомжей напоил. Ну, хотя он говорит, что у него есть дом. Смотрите, сколько мусора. Оп, заодно тачку помыл. Смотрите, вот тут тоже есть турнички, на которых можно потренироваться. Что я сейчас, в принципе, и хочу сделать. Сейчас тут пару подходов. Можно сказать, что подтягивание – это базовое упражнение. Базовые упражнения, тогда задействовано несколько групп мышц, до 30. И вот вам нужно делать базовые упражнения, понимаете? Не изоляцию, не подъемы на бицепс. А если вы хотите быть в тонусе, иметь хорошее самочувствие, базовую надо делать нагрузку, которая задействует целый комплекс групп мышц. Так, смотрите, вот пляж Чайка начинает свою работу. Есть волна еще. Все хорошо, все прекрасно. Можете брать билеты, друзья, и приезжать. Сочи ждет. И вот я обычно делаю по 5 подходов, я считаю, базу. 5 подходов самое то, что доктор прописал. 3 мало. Допустим, вы хотите начать тренироваться. С чего начать? С приседаний. Сделайте просто с утра 5 подходов по 20 раз. Делайте это в течение там недели-двух. И почувствуете эффект через пару недель. Так, делаю еще подход. Это уже будет 4-й, это уже 40 подтягиваний будет. Thank you.
Это жестко. Ну, в плане, как это приходится выходить из зоны комфорта. И подтягиваться. Как бы это и приятно, и нет. Потому что тебе же приходится преодолевать себя. Как бы когда в начале первые несколько раз приятно. А последние тебе приходится выйти из зоны комфорта. То есть сделать усилия, преодолеть себя. И я считаю, что здесь идет рост, когда преодолеваешь себя. Смотрите, мне площадочку почистили. И все, я сейчас сделаю 5-й подход. Получится, что я 50 раз сделал. И это очень, ну, достаточно для... Ну, на пару дней этого достаточно. Но я раз в день делаю такие тренировки. То есть я трачу 15 минут в день, и я полностью закрываю потребность. Ну, в фитнесе у меня тело в тонусе. Идем, друзья, дальше по пляжу. Фух, тут готовят пляжи. Смотрите, в бунгало сколько песка. Шторм был 3 дня назад. До сих пор вот последствия. Кстати, я могу сейчас поплыть, взять себе сабсерф и поплыть на сапе. Так, смотрите, тут пляж расчистили, подготовили. Так, тут еще сейчас будут зонты вот эти большие вкапывать. Тут вообще пляж, смотрите, весь еще не подготовлен. Хотя уже 3 дня после шторма прошло. А вот тут холодный душ, друзья. Можно просто в него сходить. И освежиться, остудиться, так сказать. Пойдемте посмотрим, что творится. Тут на пляже мандарин, тут его разбило очень серьезно.
есть прекрасный холодный душ. Я, наверное, в него сейчас и пойду. Вот смотрите, мандарин. Кстати, странно, что его не разровняли. Его прям будут на кривую ставить дорожки на кривой пляж. Такой пляж неудобный стал, весь кривой. Идешь, как будто ноги сейчас поломаешь. Так, вот ребята, у них тут сабсерфы. Если тут придете покататься, будет 10% скидка на все услуги. И вот я думаю, может сабсерф взять, поплыть еще, так сказать, вальсануться. Наверное, так и сделаю. Здорово, Серег. Илюх, здорово. Вот такая атмосфера. Сказочная просто. Там Касари, Камзым, там на той стороне пляж Сочифорния. Здесь готовят бунгало. Вот такой большой стоит 15 тысяч в сутки. Вот такой маленький, 7,5. Тут есть холодный ледяной душ, в который я сейчас пойду. А потом поеду кататься на сабсерфах. Вот серф-дом, ребят. Добрый день. Жизнь не стоит на месте, и что-то я остановился. Как разогнаться. Тут у ребят есть штанга, если что, можно взять штангу, потренироваться. Я сейчас пойду сюда в ледяной душ, а потом, ну, поплыву кататься на сабсерфе. Сначала полежу тут на чилзоне. И поплыву, друзья. Все, на этом прощаюсь. Подписывайтесь на все мои ресурсы ВКонтакте, в Телеграме. Там будет скоро интересная активность. Также подписывайтесь на канал в Ютубе, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Я на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья!